По данным областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19, за последние сутки на Колыме зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 3987 инфицированных. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. Кроме того, эксперты призывают носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, чтобы снизить риск заражения COVID-19.